Подозреваемый в получении взятки депутат Аркадий Волков дал признательные показания. Об этом сообщает информационное агентство «Запад-24» со ссылкой на источник в Следственном комитете. Депутат якобы признался, что трудоустроил трех сотрудников проекта «Машина добрых дел» в Крастек, обещая покровительство для компании в Горсовете. По информации агентства, Аркадий Волков решил сотрудничать со следствием после нескольких дней в СИЗО. Депутата задержали в начале апреля и по требованию следователя арестовали на 2 месяца. Депутат подал апелляционную жалобу, предлагая смягчить меру пресечения, но суд занял позицию следствия. Мы связались сегодня с адвокатом Волкова. Она сообщила, что информация о признании ложная. Видела эту публикацию, уже по этому поводу имела беседу с руководителем Следственного комитета по железнодорожному району. Это какая-то дезинформация, даже в этом есть какая-то доля провокации, потому что у нас вчера были следственные действия, но показания мы не давали. Позиция Аркадия Сергеевича остается прежней, вину он не признает.